Все готово, мой царь. Скажите, Энек, ты ходил с сыном на рыбалку? Нет, мой царь. Мне довелось познать только жизнь солдата. Я бы хотел порыбачить с сыном. Но нам. Пора встретить свою судьбу. Спартанцы! Каждый вдох, что вы делали, вел к этому моменту. Каждая капля крови, пота и слез мои, ваши! Приближали этот день, этот час. Персы пришли, чтобы сделать из нас рабов. И вот что я думаю. Давайте напоим богов их кровью! Ну что, спартанцы? За сыновей! За дочерей! За Спарту! Ah!
Ничтожество! Умри во славу Ксеркса! Ксеркс отправил овец на бойню! Ну же, перст! Я принесу Ксерксу твою голову, спартанец! Попробуй! Мой рот прервется сегодня, спартанец! Я напьюсь твоей крови, а птицы выклюют тебе глаза! Попробуй и падешь! Ксеркс, царь царей! После боя все склонятся перед ним! Давай же! Хватит слов! Ты умрешь! Даже мой сын дерется лучше тебя! Я убью тебя! И все сыновья Спарты! Мы спартанцы! Нас предали, мой царь. Ксеркс узнал о тропе в горах. Они идут. К рассвету вы будете полностью окружены. Мы спартанцы. Нам не привыкать. Спартанцы. Это слово забудут. Когда Ксеркс сотрет ваш народ с лица! Это был день, который персы не смогут забыть! А завтра будет день, который запомнит всяк живущий! Наконец. Ух ты! Надо же, Лейла! Думаешь, то самое копье? Ну, конечно. Книга лежала буквально на нем. Впервые в жизни мне так повезло. Ладно, запускай. А этой штуке можно доверять? Ну, книга могла... Запускай, Виктория. Как скажешь, босс. Сейчас включу. Обрати внимание, с прошлого раза кое-что изменилось. За технологическим прогрессом в наши дни не угнаться. Если не боишься, я включу максимальную сенсорную синхронизацию. Врубай на полную. Посмотрим, на что способна эта детка. Правильно. Если играть, то по-крупному. Но если будет слишком напряженно, я всегда могу изменить настройки. Тут показано, сколько информации ты получаешь, находясь в анимусе.
Мне нужна вся информация, что есть. Я не собираюсь блуждать там вслепую. Как скажешь. Если передумаешь, дай знать. Послушай, Лейла, пока ты еще здесь. Если автор книги прав, то это копье может изменить все. Источник этой информации весьма ненадежен. Хоть Геродот и историк, в его трудах говорится и о магии, и о воле богов. Он не Гомер. Он был первым в мире историком. Его тексты гораздо более достоверны, чем кажется. Если мы хотим найти артефакты Ису, почему бы не довериться человеку, который был знаком с их потомком? Знаю, но... Доверься мне. Возможно, ты права. И копье, и книга ничего не стоят. Но если вдруг нет, нельзя позволить Абстерго выяснить это первыми. Ты права, да и терять нам особо нечего. Но есть одна проблемка. Какая? Рукопись, мягко говоря, в неважном состоянии. А образцы ДНК на копье принадлежат двум разным людям. Какой цепочке ДНК мы будем следовать? Выбор за тобой. Он выведет нас на правильный путь, уверенно. Порядок, босс. Мы готовы отправляться. 431 год до нашей эры. Начало Пелопоннесской войны. Удачи. Не хочу пугать, но наши судьбы в твоих руках. В этот раз мы одолеем Абстерго. Если Геродот не ошибся, и мы действительно найдем артефакт, ассасины смогут возродиться вновь. Ты справишься. И еще, Виктория, прочитай книгу. Она содержит разгадки, которые понадобятся мне позже. Да, капитан. Слезай! Циклоп шлет тебе весточку. Передай, пусть засунет ее. За ту неделю! Малака! Циклоп сказал, ты беспощаден. Так нападай! А ты подойди чуть ближе. Пора бы знать. Циклоп всегда получает свое. Ты получишь урок. Если циклопу так не имется, пусть приходит сам. Не надо злить циклопа! Зату? Каждую неделю такое. Я так больше не могу.
Спасибо за помощь. Что с тобой стряслось? Ничего. Все уже в порядке. Снова циклоп, да? Неужто он не выучил урок? Как видишь. Конечно. Не стесняйся. Тоже хочешь есть, Икар? А как ты думаешь, Зевс даст мне орла, так же, как и тебе, Алексиус? Может, попросишь его? Я замолвлю за тебя словечко. Дождалась. Ну, зачем ты тут? О, чуть не забыла. Тебя ищет Маркус. Чего еще хочет этот плут? Не знаю. Просит навестить его в новом доме. У виноградника. Стоп. Виноградник? Малака! Он у дороги в Сами. Теперь Маркус разбогатеет. И давно у него виноградник? Со вчера, кажется. Так, Маркус должен мне, но скупает виноградники. На чьи деньги? Не знаю. И где мне искать его новое дивное поместье? Знаешь статую Зевса на горе Энос? К югу от нее. Ну, думаю, надо зайти к нему. Спасибо. Я скажу ему, что ты придешь. Больно. Довольно. Скажите своему уродцу, что если пришлет вас снова, я скормлю его единственный глаз своему орлу. Пойду к Маркусу. Вот только оденусь. Thank you.
Маркус знал, что маленькому Алексиусу пригодится кинжал, но против циклопа он мне не поможет. Меня не должны застать врасплох еще раз. Надену, пожалуй.
Thank you.
поищу укрытие. О, боги! Что здесь произошло?
Спасибо, Икар. Thank you.
Вот ты. Посмотрим, во что ты вляпался в этот раз, Маркос. Маркос, послушай меня. Так нельзя. Что? Я тут главный. Сажаю, что хочу. Здесь виноград погибнет. Причем весь. Забудь все, что ты знаешь о прошлом, друг мой. Вместе мы совершим переворот виноделии. Поверь, ты еще вспомнишь об этом дне. Алексиос, слава богам! Феба тебя нашла! Я тебя слышу! Я волновался! Тебя ищут люди Циклопа! Ты в опасности! Жаль, что твое предупреждение запоздало. Но это не важно. Ты купил виноградник, Маркос? Виноградник? А что? Я люблю вино, ты любишь вино, все любят вино. И все покупают вино, а я продаю. Ты ведь ничего не понимаешь в виноделии. Я быстро учусь. Сажаешь виноград и делаешь вино. О, как все просто. Ты должен понимать, что у меня есть план. У Маркоса всегда есть план. Ладно, ты можешь мне вернуть деньги? Могу ли я вернуть тебе деньги? Конечно, конечно. Хотя нет, то есть не сейчас. Так достань их. Конечно, Алексиос, конечно. Но, может, ты сам забери их у торговцев сами. Я в таком не силен, сам знаешь. Я должен отнять свои деньги? Они заждались тебя в сами, друг мой. Что за торговец? Дурис, ты знаешь его, он славный. Дурис, ты выжил из ума. Не давай ему деньги. Он всегда возвращает. Если его припугнуть. Именно, это в общих интересах. У Дуриса есть деньги, у тебя работа, у меня процент. Кефалиния изумительна, правда? Где его искать? В Сами, лавка с видом на пристань. Ты и так знаешь, Алексиос. Будет ли он там? Ты путаешь меня с Пифией. Откуда мне знать? Как мне поступить с ним? Не так, как с тем торговцем оливковым маслом. Ты перестарался. Но деньги достал. И больше он с нами не работает. Нужно быть дальновиднее, Алексиос. Угрожать, припугнуть сколько угодно. Кради деньги, если нужно, но оставь мне покупателей. Убивай только в крайнем случае. Надеюсь, мои деньги у него. Жаль продавать наш виноградник. Считай, что деньги у тебя. Потом нам нужно будет обсудить кое-что еще. Потом. Ладно, но я возьму коня. Жарко, да и далеко для пешей прогулки. Но подумай о выгоде, Маркос. Это в общих интересах. Верно, друг мой, верно. Можешь выбирать.
мне нравится конь справа. А-а-а, он из Македонии. Боевой скакун. Как раз для воина. Тот, что в центре. Расскажи о нем. О, ты выбрал красавчика. Он родом из Салоников. Ему неведом страх. Расскажи об этом. Он со Скироса, а ты знаешь толк в скакунах, друг мой. Этот конь карабкается по скалам, как козел. Я выбрал. И какого же? Конь слева. Чудный выбор, чудный. Но у этой породы есть пара странностей. Не хотелось бы, чтобы тебе достался такой конь. Вот этот. Ты уверен? Ведь... Да, Маркос. Все выигрыши, всем хорошо. Это сам великий Фобос. Он никогда не подводил. Фобос. Приходи к храму в Сами, когда ты получишь свои деньги. А, Эфтерпа, вина еще достаточно. Не бойся. Не сейчас, глупец. Фебу похитили. Кто? Прихвостни циклопа, кто еще? Утащили прямо с дороги. Куда они пошли? В сторону пляжа Ктимены. К пляжу? Она умеет плавать? Я найду ее. Да, иди. Но не забудьте про Дуриса, Алексиос. Ну что, поехали. Давай. Ну, давай. Выглядишь скверно. Думаю, я разгневал их. Богов. Возможно. Они весьма злопамятны. Я поклонялся Гермесу в пещере Драгорати. Там живут боги. В пещере? Они исполняют желания. Ах. Это ведь Гермес. Тот... О,
Ладно, не бойся, я схожу. О, спасибо. Там видно будет. Кто-то оставил здесь дары, и их пытались унести, укрывшись за статуей. Здесь дует. Трещина в стене. Буду осторожен. Я найду этого свистуна! Разбойники. Странно, что люди ничего не поняли. А вот и добыча.
В пещере нет богов. Ну, Зевс не покарает тебя. Надеюсь, воры познали. Они познали мой.
Вот они. Я подкрадусь к этим, Малакас. Отпустите! Молчи или затяну веревку! Получим за нее выкуп для циклопа. Никто меня не выкупит. Все бедные. Помолчи, Феба. Спрячусь в высокой траве. Нельзя дать остальным уйти. Свистел. Кто-то привлекает мое внимание? Маркос будет следующим. Уведу отсюда Фебу. Ты жива? Да ничего, в тот раз мне рот заткнули тряпкой, чтобы не кусалась. Феба, будь осторожна. Ты теперь одна ведь. Родители мертвы, но у меня есть ты. А у тебя я и Маркус. Мы твоя семья, да? Используй все свои навыки! Не сдавайся! Борись! Ага! Вставай! Ну! Да, отец. Спартанец встает сразу, как упал. Подними его. Ноги шире. Солдат не должен упасть. М? Да. Да. Нападай. Довольно, Николаус. Солнце садится. Пора поесть. Согласен? Что мы будем есть? Предлагаю съесть малышку Кассандру. Она ведь такая вкусная! Нет, не ее! Лучше меня, я вкуснее! Да-да, ты сладкий, как мед. Давай, идем. Мясо сгорит. Вот. Уложи ее спать. Да, отец. Сын. Ты моя главная гордость. Не забывай, ты принесешь нашей семье славу. Иди.
Не переживай. Чтобы быть как ты? Главное присматривать друг за другом. Кстати, те типы об этом говорили. Что они сказали? Циклоп объявил за тебя награду. Талос хочет тебя убить. Талос? Наемник? О, когда же все это закончится? Лучше тебя опередить его. Говорят, он очень жестокий. Я найду дорогу в город. Спасибо. Талос, значит? Только этого не хватало. Снова нос ломать. Придется мне с этим разобраться. Давай. Давай, давай. Сами. Дурис у себя в лавке. Алексиус, рад видеть. Приветствую.
всегда рады. Здравствуй, Дурис. Дела идут в гору. Скажи Маркосу, чтобы он приходил за деньгами сам, а? Но я уже здесь. Слушай, я просрочил выплату. Теперь Маркос требует от меня двойную сумму. У меня столько нет. Двойную? Это грабеж. Я так ему и сказал. Сам знаешь, он вспыльчив. Заплати ему, и все будет хорошо. Скажи Маркосу, что я заплатил сполна. Я не склонюсь перед наемником. Или перед глупцом, что рискнул занять деньги у циклопа. У циклопа? Вот как он купил виноградник. Слушай, я знаю, Маркос тебя спас. Забрал с улицы, когда ты был ребенком. Но пойми, он сошел с ума. В этом ты прав. Забудь о деньгах. Нам с Маркосом нужно поговорить. Ты простишь долг? Возьми хотя бы меч. Он не ахти, но все равно лучше твоей ржавой железки. Циклоп лютует. Пригодится. Приведи Маркоса в чувство, или вам конец. Твое время на исходе. Скоро циклоп придет за тобой. Ему нужны деньги. А можно мне отсрочку? Циклоп раздавит тебя сразу, как вернется на Кефалинию. Если ты не понял. Ну, уже грубить ни к чему. Ты не можешь прятаться за своим чудо-мистием вечно. Он убьет тебя, его и мелкую девчонку тоже. Понял, конечно. Я найду деньги. Славно. Иначе циклоп скормит тебя своим козом. А, Алексиос, судя по твоей улыбке, Дурис отдал тебе драхмы. Улыбки? Я узнал, где ты взял деньги на виноградник. Ты что, совсем с ума сошел? Мы можем вернуть деньги, правда? Уверен, можем. Ты дал глупое обещание, Маркос. Невыполнимое. Но ведь ты непобедим. Возможно, но ты нет. Ах, были времена. Помнишь? Простая жизнь. У меня было все, а у тебя, юного, одинокого, ничего. Я подарил тебе мир, открыл для тебя Кефалинию. Сандра!
Редкий мне нынче достался улов. О! Ха! Есть хочешь? Может, договоримся? Я помогу тебе. А ты пару раз поможешь мне, и все выигрыши. Это лучшее предложение. А? Подумай. Стой! Кефалини. Ну и дар. Без меня ты был никем, но ты прошел долгий путь от бродяги до мистия со своей лачугой. А теперь циклоп отнимет у меня все. Я не смогу всегда защищать тебя. Меня убьют. О, не бойся его. Ты справишься. Как мне победить его? Чем сразить? Ржавым копьем? Сломанным луком? Вот ты где. От меня не скрыться, прячась в храме, Маркус. Друзила, я только тебя вспоминал. Правда? Мне нужна древесина. Новые луки покорят весь остров. Но я не могу справиться с разбойниками, что мешают поставкам. Конечно, не можешь. Я как раз вводил своего друга Алексиоса в курс дела. Он уже придумал, как тебе помочь.